К морю на велосипеде. Староосколец Михаил Деревягин отправился в Сочи на двух колесах. Путешествие длиной в 1200 километров заняло 17 дней. О преодолении себя и жизни в моменте – материал Марии Шелиповой. Максиму Деревягину 42 года. Родом из Хабаровска. Старый Оскол переехал в 2002 году. Признается, что с детства любил двухколесную технику. Я вырос на мотоциклах. Это были Восходы, Ежи. Ну, вот кто моего возраста, они поймут. Восходы, Ежи, Минские, Планеты. В общем, это вот я на них вырос. Потом очень много лет, там лет 20, я как-то… Ну, не было у меня транспорта, автомобили в основном. Потом как-то я вернулся к этому. Купил мотоцикл китайский, простой, вот катался, продал его. А к велосипеду пришел я. Я не знаю, как я пришел, просто купил для себя, для души. В прошлом году на велосипеде Максим в общей сложности проехал около 5000 километров. Крутил педали на работу, домой, по делам. Разве что зимой не катался. За рулем двухколесной техники ему больше всего нравится ощущение свободы. Вроде не пешеход, но и не автомобилист. Да и для здоровья полезно. Мама у меня, она поддерживает. Она ездит, ну, мы иногда с ней ездим, да. Вот на Пасху там ездили, перед Пасхой на кладбище. То есть моей маме 64 года, и она ездит. Кстати, благодаря ей она внесла частичку того, что я поехал в это путешествие. Приехал к маме как-то в гости, мы общались, и она говорит, давай съездим в Холки, здесь 50 километров, по-моему, монастырь. Холки есть. И я говорю, ну давай прокатимся. И в этот момент у меня пришла мысль, что путешествие можно сделать просто на велосипеде. К поездке в Сочи приобрел снаряжение. Палатку, продукты. Спортивный велосипед с облегченной рамой весит 13 килограммов. А сверху еще 30-килограммовые баулы. Собрался за 10 дней и в путь проверить себя. Первый день я стартанул со Старого Оскола. И доехал я до Нового Оскола. Это где-то 68, ну могу быть неточным чуть-чуть, 68-67 километров я проехал. Было волнительно, заночевал там возле какого-то озера или болота, я не знаю. Вот, ну вот так, первый день 68, потом тронулся дальше, 20 километров проехал не туда, приехал в какую-то деревню, уперся, купил три пирожка и бутылку минералки. И думаю, неужели я 20 километров для этого проехал, вот возвращался назад. Дорога в 1200 километров заняла 17 дней. За это время староосколец успел и травмировать колено, и восстановить его, пробить колесо на трассе, попасть под дождь. Все-таки мы добрые на самом деле. Мы вот как бы в городе, ну, может быть, я громко скажу, вот, ну, ненавидим друг друга. Ну, такое бывает. А вообще, когда вот сложные ситуации, когда что-то новое, удивительное какое-то, вот путешественник, как я, встречается, люди относятся вообще по-другому. С заправки женщины, давайте я вам дам кипяточка, чтобы там запарили себе там бич-пакет, там этот, съели, ну, лапшу. Вот, хорошо относятся, дальнобойщики. Ночевал велопутешественник в основном в палатке, кроме последних трех ночей. В Краснодарском крае плотность населения такая, что разместиться недалеко от дороги и в то же время уединенно нелегко. Самым сложным участком дороги стал знаменитый сочинский серпантин. 110 километров. Правда, Максим его не сразу распознал. Шел в горку, я не понимал, что это серпантины уже, хотя они уже начались, я снимал видео, говорю, ой, какие тяжелые горки, как же я буду идти по серпантинам? Оказывается, я уже по ним иду. Прошел перевал, это такая борьба плоти и духа, наверное. Вот плоть говорит, остановись, хватит, все, а дух говорит, нет, ты сможешь, давай вперед. И я шел. У меня отложилось внутри больше всего это такое чувство свободы, именно в моменте чувствуешь себя. То есть не конкретно, вот где-то я буду чувствовать себя хорошо в Сочи или где-то там, а именно здесь, сейчас, чтобы не происходило. И вот это чувство, это такая тонкая вещь, которую я все-таки вот, ну, ощутил на себе, что это такое быть здесь и сейчас. И это очень дорогого стоит. В Оскол Максим Деревягин вернулся уже на поезде. Теперь хочет съездить на Дальний Восток, увидеть озеро Байкал. Но, скорее всего, уже на мотоцикле. Хотя велосипедные путешествия мужчина бросать не планирует. Мария Шелипова, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал.